что я могу с полной ответственностью сказать, что тариф на тепловую энергию в городе Балаково самый низкий по области. По области. Если даже смотреть в районах, где тепловую энергию поставщиком является не Т+, тариф доходит до 1800-1900 рублей за гигакалорию. В Энгельсе данный тариф уваливается за 2000. Балаково от магистральных сетей 1230 и распределительные сети 1620, по-моему, последний тариф с изменением. Вот и все. То есть на 20% минимум тариф в Балаково ниже, чем по области. А за счет чего это, просто интересно? Ближе. Связано, опять же, с формированием тарифа и внесенным в него данных. Это вот те данные, которые ранее внесли, затратную часть и температура горячей воды, которая предусматривалась в тарифе на уровне 43 градусов температура. Это и отопление, и все вот кап-вложения, которые при производстве одной гигакалории вкладывают.